Всех приветствую на канале Здоровье Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться со мной по улицам города Саратова 1 августа 2023 года. Посмотрите, как это было. Начинаем от кольца строительного рынка. Поедем по улице Курдемской, далее на Вешнюю, 4-я Продовая, потом Тархова и до Топольчанской. Что изменилось, посмотрим. На кольце мы пропускаем здесь. Движуха такая. Какие-то вот работы с левой стороны на кольце ведутся. Дальше сейчас, где взлетная полоса, где был забор, тоже что-то там раскопали, что-то делают. Сейчас вот с левой стороны будет видно. Какие-то там работы ведутся местами. Так что вот о том, что как все это меняется. И как всегда говорю, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, все как обычно, где кому как удобно. Не забываем камера. Камера вот на 60 км в час. Здесь я прижимаюсь левее, чтобы уехать на светофор. Светофор, да, короткий, имейте это в виду. И, так сказать, просьба автолюбителей, не тормозите. Некоторые трогаются прямо вот... не торопясь, но за вами тоже люди едут и тоже хотят быстрее проехать. Ну, каждый по-своему ездит, и не в осуждение, ну, просьба такая же. Большие машины тебя само собой притормаживают. А вот, когда легковые так еле трогаются, становится маленько обидно. Но не суть в этом. Главное, 1 августа. Продолжение, третий сюжет от 1 августа. Первый был от... Топольчанской улицы, поселок Солнечный, до моста через затон, потом по мосту туда-обратно, и вот третий сюжет. Вот так вот было 1 августа 2023 года. Этот день обмена возврату не подлежит. Удобнее, конечно, сделали удобнее. Там... Хотя с той стороны тоже стоишь, так стоишь, ну, приходилось иногда там давать газу, чтобы перекресток этот пролететь. Потому что там бугорок, и не видать было, откуда они там выезжают и когда они поедут. То есть обзор был минимальный. И возвращаясь к теме, как... Ничего не меняет в Саратове. Смотрите, дороги какие. Сейчас скажут опять, Алавин саратовский запел. Ну, я вам говорю, с 16-го года дороги были кошмарики. Сейчас я катаюсь, но по центральным, в смысле, в центральной улице и тротуар вот даже вот с левой стороны. Я не о том, что всех зазываю, но просто кто люди... хотят видеть изменения, они их увидят. Те, которые не хотят, они их не увидят. Освещение, тротуары, дороги. Да, хотелось бы еще что-то больше, но пока так оно идет, оно все-таки движется, не стоит. Дома у нас там в Солнечном 2, как грибы, пруд, тимхоз парком делают. Кто смотрел мою велопрогулку, где я там под дождем проехал, весь перепачкался. Жизнь продолжается. Хотим мы этого, не хотим. Строится. Здесь поворот на перинатальный центр. Кто не знал, вот такой листообразный перекресточек. Иногда прям движуха, и все стоят. Его как-то вот расширить, чтобы кому прямо не мешали. Но показывал вечерний тогда Саратов, здесь стояли ДПСники, тем более. Да, есть такое чуть-чуть дрожание, да, на панели вот стоит.
видеорегистратор. Пока так вот, пробую, потому что с 1 сентября не хочу, чтобы меня лишний раз останавливали ГАИ ДПС или где-то там место удобное искать, вернее, правильное на лобовом стекле. Да где бы я ни пробовал, сейчас это висит, конкретно мне подходит. Но если в другое место повесить, где как правильно, там мне неудобно будет, и обзор будет другой. Вот из-за этого я поставил на панель, но панель мне нравится. Из-за чего? Передо мной она также стоит, вот регистратор, мне скорость показывает, где какие камеры показывают, не надо мне отвлекаться, вверх глаза и голову поворачивать. А прямо перед глазами отлично. Ну, только вот минус один, вот поддергивание чуть-чуть. Здесь не забываем камера. Сейчас будет с левой стороны. Ограничение скорости 40. Вот. Всегда вам буду говорить. Автолюбителям. Водителям. Налево был у нас пруд. Монахов пруд. 200 рублей в этом году был вход с человека. 50 рублей за машину, стоянку они делали. Но это было в июне, мы ходили. Один раз и искупался я. Или в июле. Ну, какой-то день прям теплый был, а потом дожди зарядили. Здесь пока ничего особенного, дорога. Смотрите только на обгон, идите здесь осторожней. Нам можно обгонять, сверху нельзя. Но движение вверх чревато, если вы не убедились. Впрочем, я смотрю, дорогу-то хорошо показывает регистратор, что вверху, что внизу. Но минус один, какой его регистратор, он наверху был, его нельзя переворачивать. Я хотел на присосках перевернуть, схитрить. Снимает правильно, а записывает потом, видео я никак перевернуть не мог. Какая-то программа, чтобы переворачивать. Ну, фотографию-то можно переворачивать, а видео у меня не получилось перевернуть. Может быть. Крепление такое. Ну, магнит купил на магните. И телефон, и смартфон у меня тоже вот на магнит, на панели. В принципе, снимать, ставить удобно. Только вот сейчас вот попробую металлическую детальку приклеить к регистратору, чтобы вот снимать и ставить удобно было. Ну что ж, чтобы новый не покупать, вот так вот выкручиваюсь. У нас же как не месяц, как не квартал, какие-то новые законы, постановления. Весело в стране. Не успеваешь к одним привыкнуть, уже другие, так же как и к ценам. Ну да, есть вот сотрясение. То, что я просмотрел, сам регистратор потряхивает его. На лобовом стекле такого не было. Но это где-то кочки. Ну, поезжу пока. Так. Просто другие регистраторы, где я смотрел, что-то думал, возьму. Но там до 32 гигов, максимум до 64 гига. Это было у меня. Мало-мало снимаю, получается малый объем. Проехал 5 часов или сколько-то, обратка уже стирается. Да, здесь не забываем, сейчас будет камера. Мне написал улица Тархова, я посмотрел по карте Яндекс. Улица Тархова начинается якобы вот после вот справа лесопосад, где камера стоит. Видать, там есть как раз улица Тархова, и они ее там поставили. Так сказать, зарегистрировали ее вот с правой стороны. И вот здесь вот уже улица Тархова начинается. Где-то. Если верить карте Яндекс. А так
по логике она должна до самого вот перекрестка на кирпичный завод улицы быть. Представляете, когда вот это все, если застроится, все дома тут будут справа и слева. Вот, вот это будет спальный район. Отсюда не выехать и не заехать потом. Им здесь надо где-то людям работу давать и открывать филиалы институтов. Потому что очень большой уже спальный район. Солнечный, Солнечный 2. Идет строительство вот дворца спорта с левой стороны. Идет, я смотрю, там остекляют заново. Те стекла им что-то не понравились. Сняли их, новые поставили. Ну, молодцы. И Тархова, да, заметили, вся в заплаточку уже, сколько лет ее уже не делают. Пора уже, наверное, скоро ее снимать и новое полотно асфальтное. Здесь как-то с левой стороны тоже пустое место, но можно что-то построить потом. Да, есть, трясун есть, ну что ж, как-то так. Пока так. Может, дальше что-нибудь еще придумаем. Гришаева проехали. И сейчас перекресток Мысникова. Это с правой стороны. С правой стороны сейчас бульвар Мушки, где он... светофор. И на этом заканчиваю сюжет. До кольца Топольчанска доезжаем. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. И как обычно. И до встречи в новых сюжетах. Всем пока-пока.